Итак, друзья мои, у меня появился друган. Его зовут Ёжик. И Ёжик, сволочь, точит мои сливки. Вон мой собакин Шакс. Перенапрягся, что какая-то сволочь съела его сливки. Нервничает. А Ёжик спокойно точит дальше. Мой ребенок нервничает, потому что, блин, переводняк молока на какого-то незнакомого ежика. Вообще ужас. Ежик, и скажи не рад, что я тебя нашел. Так, друзья, ежика мы покормили. Он куда-то ломится, аж в сайгак. Я его хочу познакомить с своим Шаксом, но я не знаю даже, как они друг на друга отреагируют. Ежик молодой достаточно. Ну, уже колючий. Давайте проверим. Шакс. Ну, кену, сьентате. Мира, ну. Не бойся. Сьентате. Ну. Не бойся. Шакс, кену. Это ёжик, Шакс. Ну. Понятно. Ты у меня дикий. Все. Ты у меня дикий. И все. Короче, пес у меня охотничий, ему нельзя показывать таких диких животных. Шакс. Вот ты посмотри, зачем ты испугал ребенка? Ты понимаешь, что это молодой ежик? Он невкусный, он колючий. Он хороший такой, смотри. Он даже еще не умеет сворачиваться в трубочку. Мы же его напоили молоком, а ты его скушать хотел. Шакс, ты не лабрадор, ты доберман. Да ладно. Пошли, отнесем ежика там, где мы его поймали. Вот у меня еще есть одна собака, старенькая Джесси. Да, на камеру подписчикам скажи привет. Привет, друзья. Джессике 15 лет уже. Старая собака. Джесси, ежика будешь? Скажи, я их видела уже 1000. Это Шакс у нас невоспитанный. Ёжик. Ну, ты мой такая лапочка. Целуешься. Все, ёжика мы отпускаем там, где мы поймали. Пускай бежит по делам. Ёжик, ты чё завис? Ёжик, ресет. Ёжик, ресет. Какой злой ёжик. Пожрал, короче, и ругается. Вообще бомба. На тебя на дорожку. Да успокойся ты, на тебя на дорожку, все, уходи. Да слушай, пожрал на. Короче, ежик.